Ветераны Второй мировой войны, проживающие в Алматы, получат по 1 000 000 тенге ко Дню Победы. Сегодня стало известно, что соответствующие органы уже приступили к начислению денег. Выплаты также предусмотрены труженикам тыла и вдовам погибших военных. Какие еще приятные сюрпризы и подарки готовят тем, кто ценой своей жизни добывал нам победу? Айдан Нураш расскажет подробнее. Все меньше остается в строю героев-фронтовиков. По самым последним данным, в Алматы сейчас проживает 123 участника самой кровопролитной войны в истории человечества. Круглый год все они окружены заботой и вниманием. В этом году каждому ветерану войны выплатят по 1 000 000 тенге. Только сегодня произошло заседание маслихата города Алматы. И мы там утвердили единогласно материальную помощь по случаю 76-й годовщины Великой Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 1 000 000 тенге. Казахстанцы гордятся, чтят и помнят подвиг своих отцов и дедов. Материальную помощь окажут также труженикам тыла. Они получат по 50 тысяч тенге. Такую же сумму выделят вдовам погибших фронтовиков, а также воинов, пропавших без вести. Не обделят вниманием и ветеранов боевых действий в Афганистане и на территории других государств. Им выплатят по 100 тысяч тенге до 9 мая. В текущем году из средств местного бюджета будут проведены единовременные выплаты 17 тысячам человек. В их числе есть участники, инвалиды ВОВ, лица, приравненные к ним, участники трудового фронта и другим категориям. Уже начали отправлять выплаты, уже с сегодняшнего дня начнут поступать на банковские счета. И до 9 мая все лица, которые должны получить, они все получат эти средства. Поддержат ветеранов и общественные организации. Они окажут социальную помощь. Волонтеры планируют организовать доставку продуктов и лекарств. Также готовятся адресные поздравления участников Второй мировой. Для них прямо на дому сыграет духовой оркестр. Мы помогаем пожилым людям убирать их дворы. Благодаря спонсорской поддержке обеспечиваем ветеранов продуктами. Покупаем им необходимые вещи. Мы стараемся больше времени проводить с ними, беседовать. Кроме ветеранов войны, в Алматы проживает около 13 тысяч тыловиков. Именно их поддержка и титанический труд в годы противостояния фашистскому натиску стремительно приближали победу. Айдана Нураш, Сагынгали Мунайтпасов, телеканал «Алматы».